Очки дополненной реальности, видеостудия Джалинго и мощный 3D-принтер. Вот одни из немногих нововведений Югорского государственного университета. Новоиспеченным студентам точно не будет времени заскучать. Здесь со следующего учебного года преподаватели будут записывать лекции для студентов Югорского университета. В видеостудии можно создать как онлайн-курс, так и провести дистанционное занятие. Специальная доска позволяет показывать 3D-модели и интерактивные презентации. На доске можно писать, рисовать, показывать презентации, причем в интересном формате, показывая перемещение каких-то объектов, открывать любые сайты. Еще одно новшество – очки дополненной реальности. Чаще всего их используют студенты направления электроэнергетика и электротехника. В очках учащиеся видят технологическую карту, которую необходимо повторить на стендах. Устройство оснащено камерой. Именно с ее помощью преподаватель может проверить качество усвоенного материала. Прибор рассчитан на применение в любой сфере деятельности. Это, по сути, переложить его действия можно на любую специальность. Главное, чтобы разработкой занимался специалист, опять же, конкретной области. Фотополимерный 3D-принтер также полезен для студентов разных направлений. С помощью этого устройства пользователь может визуализировать то, что было разработано на бумаге, напечатать любой макет. Студенты, конечно, да, работают за монитором компьютера в течение семестра, да, разрабатываются в программах, их несколько, ну, в компасе в частности, проектируют какой-то узел, какие-то отдельные его детали, и потом по результатам выполненных чертежей в программе компас они выводятся на печать в объемном виде, натуральную величину. Современные технологии помогут первокурсникам быстрее влиться в учебный процесс. Кстати, подать документы в Югорский государственный университет можно до 29 июля включительно.